Всем привет! На тесте у нас сегодня игрометр Slack 2006. Посмотрим, как она у нас пойдет. Настройки вот такие, все выключено. Ну, ИРМ я включил, но нужно выключить. Посмотрим, как игра. В 5x. В общем, лучше 5x играть, 7x все-таки не стоит. Как пробить эту стену, хрен его знает. Я сделал так, сделаю. В общем, игра идет хорошо, не знаю, честно говоря, что сделать вот в этом месте. Ну-ка. Это мочка на у козла. Не знаю, куда идти. Что здесь делать надо? Непонятно. Ножом резать ее? Нет. Почему они так отделились? Скотина. Очевидно, что-то там надо сделать, а что хрен его знает.
Ладно. Игра играбельна. 5x спокойно может осветиться играть. Да, честно говоря, достаточно и 2x. Потому что не 1x. Что за прикол, интересно? Как же здесь пройти-то? Понятно. Ладно, убивай давай меня, красиво. Давай уже стреляй сюда. Так сделать. Mission 1, start. Ну, интересно, перевели Metal Slug в 3D. Молодцы. Так, ну что, что же это выйдет? В общем, настройки, все выключено. Блин, вот как тут дальше идти, я не знаю. Могут тесты на ютубе, как что называется.